эти люди утверждают, что достаточно часто бывает на свадьбах, да? Тем самым мы с полной уверенностью можем мы считать свадебными экспертами, да? Так вот, ну начнем с вас. Напомните всем, как вас зовут? Лена. Лена, хорошо. Итак, друзья, мало кто знает, но Лена является экспертом по мыслям. По свадебным мыслям. Сейчас вот кто рядом сидит, испугались уже, знаете, потому что она умеет читать мысли. Когда я села здесь. То есть уже как минимум это началось. Можно немножко, чтобы не стоять к вам спиной, здесь рядом стоите. Так вот, прямо сейчас она вам продемонстрирует свои способности. Каким образом? Я буду ей задавать вопросы касаемо свадебных мыслей. Она на них будет отвечать. Договорились? Быстро, не раздумывая, просто отвечайте вопрос-ответ. Друзья, поддержим Лену, эксперт по мыслям. Первая волнуется. Ну, поехали. Итак, сегодня утром наш красавец-жених проснулся, и первая мысль его была... Поесть. Или воды попили. Я его знаю. А вы знаете, я понял, хорошо. Так, а о чем же подумала наша невеста, как только проснулась? Поесть. Блин. Блин, что? Вот тоже блин. Поесть блин имеется в виду из молока, короче? Блин. Просто блин, этот день настал, боже мой, что делать? Хорошо, в ЗАГСе во время церемонии росписи обмена кольцами жених нервничал и хотел поскорее... Поесть. Почесать колен. А это было что-либо так, как будто это произошло, да? Я понял. На видео потом посмотрите, хорошо. А о чем, ну, после того, как кольца заблестели на безымянных пальчиках, о чем же подумала наша невеста? Надо было другой маникюр сделать. Это чисто по-женски, на самом деле, да? Хорошо. Идем дальше. О чем, как вы думаете, думают сейчас наши гости? Выпить. Выпить, потанцевать, хорошо. О чем думает наша мужская половина? Вау! Это Лена, она эксперт, какая интересная девушка, хорошо. Как вы думаете, о чем думает сейчас Максим? Поесть. Максим, хватит тоже кушать, в конце концов. А Надя? Максим, пусть кушать. Отлично. Друзья, все, аплодисменты, наш эксперт, мы все справились. Круто. Хорошо. Клёво. Идем дальше. Теперь я обращаюсь к вам. Как зовут вас? Алена. Друзья, Лена, Алена, отлично. Идем дальше. Значит, она у нас является экспертом по свадебным традициям. Принцип действий тот же. Вопрос касаемо традиций, вы отвечаете. Договорились? Отлично, хорошо. Итак, друзья, поддержим Алену, эксперт по традициям. Давайте. Сегодня все гости должны говорить красивые слова. В конвертах гостей должны лежать красивые... Много денег, хорошо. Скажите, кто сформует невесту, тот... Молодец. Так, молодец, серьезно, хорошо. А так, кто поймает букет невесты, что? Замуж. Надо стараться побыстрее замуж. Надо стараться. Хорошо, а кто поймает подвязку жениха? А что стараться? Мне кажется, уже оно само собой придет как-то. Ну да. Подвязку жениха! Подвязку жениха. Жених, не, ну потом он же будет бросать. Слушайте, поймала, да, подловила на мысли. Скажите еще вопрос, что нужно сделать, чтобы узнать пол первенца? Денег больше положить в полбанки. Его надо родить. И там все будет понятно, наверное, да? А мы про свадьбу... Что значит, слушайте, ну видите, я-то по-доброму, а духовно говорю, а вам же деньги на деньги. Аплодисменты, Алёна, она молодец, справилась, да? Эксперт, подойдите. Да, да, все хорошо, нормально, идем дальше. Итак, наш... Мужчина крепкий, как вас зовут? Василий. Василий, друзья, Василий прямо сейчас станет героем нашей свадьбы. Знаете почему? Потому что то, о чем мы сейчас будем говорить с ним, ну, без этого не обходится ни одна свадьба. Василий у нас эксперт по алкоголю! Да. Ну, не алкогольный эксперт, ну, как решить, на самом деле. Итак, Василий, все так же, схема та же самая. Итак, поехали. Сколько сегодня должно быть выпито за молодых? Смотря кому. Всем. Много. Много. Как можно еще подвести, да? Сколько дней после свадьбы можно продолжать пить? Много. Как-то он не говорит конкретно. Вы в КГБ работаете или что-нибудь? Завербованный какой-то? Нет, кажется, не по себе. Отпустить себя. Давайте просто поговорим конкретно о каких-то вещах. Что делать, когда не можешь остановиться пить? Дальше пить. Хорошо. А что делать, когда остановился пить? Похмелиться. Похмелиться, да? Остановился, проспался, похмелился. Молодец, да. Парни, видите, поддерживают, они что-то близко сейчас почувствовали ваших слова, тот свое. Хорошо, идем дальше. Кто не пьет за молодых, тот? Подпевает. То есть я подпеваю, если что, я понял, хорошо, буду знать. Ну и попрошу вас в финале назвать 5 ваших вариантов синонимов слова «выпить». Как по-другому это можно обозвать? Подмелиться. Бухнуть, девушка сказала, как говорится. Это вы сказали?
Может, девчонки спорят, кто первый сказал. Бухнуть. Хорошо. Налить. Еще. Накатить. У вас права есть, да, наверное, да? Да. И обязанности еще. Помогайте ему, что? На колодца. На отлично. Владелец такого салона сейчас собрался. Да. Вот. Как? Дрипнуть. Хорошо. Ну, это возможно поближе к нашему гостю из Германии всегда. Тряпнуть. Хорошо. Тут. Да. А куда? Да, хорошо. Друзья, спасибо большое. Эксперт справился. Ура. Молодец, алкогольный эксперт. Идем дальше. Как зовут вас? Игорь. Игорь, в центр, прошу, площадки. Секунду, секунду. Василий побыл главным на свадьбе, герой, да, все. Василий перестал быть героем, потому что Игорь следующий герой. Сейчас он заберет ваши сердца. Ему не придется отвечать на вопросы словами. Он будет, нет, отвечать на вопросы движениями, танцами. Танцевальный эксперт наш Игорь. Да, отлично, хорошо. Не волнуйтесь, раздеваться не надо, ну, если разве что заходить сами. Сейчас вам буду задавать вопросы, вы должны будете на них отвечать танцем. Итак, Игорь, покажите всем нам, как гости должны танцевать на свадьбе. Игорь, как танцевать нельзя ни в коем случае? А чё, она на руки помнит? А стоя, просто застыл? Хорошо, спасибо. Мне кажется... Что вы там увидели? Мне кажется, сейчас вам снова понадобится помощь ассистентки, потому что вам нужно показать, как нужно танцевать во время медленных танцев. Теперь покажите, как гости должны открываться после медляков. I'm sexy and I know it. И финал. Игорь, прямо сейчас от вас настоящий мастер-класс. Вы показываете движения, а все гости, сидя на местах, за вами эти движения повторяют. Но помните, они сидят, поэтому только верхней частью тела они могут танцевать. Поехали! Спасибо большое, ассистентки, проходите, друзья. Ну, что ж, прямо сейчас нам с вами нужно понять, кто же из наших четверых экспертов самый лучший, кто из них самый крутой свадебный эксперт. Сделаем это мы по вашим аплодисментам. Давайте пойдем по порядку. Ваши аплодисменты. Лена, эксперт по мыслям. Лена, сейчас запоминайте, те, кто не хлопал, вас сходите, потом проберемся в сознание, и беда будет. Хорошо, все. Повторим попозже. Идем дальше. Алена, эксперт по традициям. Интересно, что же будет дальше. Василий, алкогольный эксперт. Так, хорошо. Но мне кажется, это еще не предел, потому что прямо сейчас Игорь, танцевал.